Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я снимаю долгожданное вами видео, а конкретнее вторую часть «Кто знает меня лучше?» Либо мой парень Андрей. Всем большой-большой привет, ребята! Либо моя родная сестра Полина. Всем привет! Я надеюсь, что вам понравится это видео. Если вы до сих пор не подписаны на мой инстаграм, то обязательно подписывайтесь по ссылочке ниже, и ник вы видите сейчас вот тут вот. А также подписывайтесь на мой канал, на канал Андрея и на канал Полины. Да. По ссылочке ниже в описании. У всех этих ребят тоже есть каналы. У моей Полины тоже недавно появился канал. У всех этих, говорит, у всех. У всех этих, да. Сидит. Ребят, так не забывайте ставить лайки. Это поддерживает нас, питает нас. Это наша еда, это наша мотивация. Поэтому, если вы хотите видеть больше крутых роликов, обязательно ставьте палец вверх, чуть ниже. Вверх, ниже. Ну да, правильно. Давайте наберем под этим роликом 70 тысяч лайков. Если вы у меня активны, ребята, а вы активны, то вы сможете набрать такое число. Мы верим всем сердцем. Да? Всех да. Вас. Сегодня, мои дорогие, я подготовила для вас уже вопросы посложнее. Ребят, если вы до сих пор не смотрели первую часть, кто знает меня лучше, и вы не знаете, кто победил в первой части, то обязательно посмотрите, подсказочка прямо сейчас вылезла. Посмотрите этот ролик, он очень крутой. А в этой части я подготовила для вас вопросы уже посложнее. Они будут поинтереснее, и я не знаю, получится ли у вас дать правильный ответ на эти вопросы или нет. То есть мы можем вообще не знать ответа? Вообще можно. Я надеюсь, что мы справимся. Шоу «Интуиция» начинается. Да. В той части было довольно-таки легко. Я надеюсь, что сегодня будет не так уж и сложно, как Карина говорит. В тот раз, да, в тот раз было, блин, ну было легко, но как бы повод-то был. Не будем говорить, кто проиграл, чтобы те, кто еще не посмотрел, переходили. Обязательно узнали об этом. Подсказки, да, и по ссылке в описании. Ну а мы желаем вам приятного просмотра. Посмотрим, кто выиграет в этой части. И, кстати, я не сказала о наказании. Наказание достаточно угарное и смешное. Победитель у нас получает вот этого красивого плюшевого зайчика без глаз, точнее у него есть глаза, плохо, да. Но они закрыты, вот такой вот яркий зайчонок, либо тебе он достанется, либо тебе, моя дорогая сестренка. Андрей, он больше нужен. Кстати, он мне да. не нужен, чё но это? Если судить по моему костюму сегодня, то я согласен. Чё это, у тебя нормальный костюм? Нет, я про то, ты поняла про что. Ребят, кто не видел фотографии с показа, где мы участвовали с Кариной, как модели, если кто-то еще об этом не знал, можете увидеть у нас в инстаграме. Ты видела, кстати, Полин? Нет. Не видела? Нет. Как мы выходили на поле, не видела? Нет. Что вот это сестра. Такая сестра, уже сразу понятно, кто сегодня выиграет у нас. Победитель получает зайчика, а тот, кто проиграет, прикрепляет себе на лицо 4 прищепки и держит их так на лице 1 минуту. Простое наказание. Достаточно простое, но это неприятно. Я Полине уже накрепила эту скрепочку. Я бы не сказал, что это больно, но это неприятно реально. Увидим, кто победит. Можем начинать. Поехали. Поехали. Да, поехали. Итак, смотрите, я подготовила для Полины и для Андрея вот такие чудесные тетрадки. Они опять похожи между собой. На каждой страничке будет отдельный вариант ответа. Сейчас и, естественно, два фломастера. Один из них темно-синий, один из них красный. Берите. Спасибо. Ну и первый вопрос для вас. Я начинала писать их самых сложных, и в конце почему-то написала самые легкие уже, потому что мне было, наверное, лень. Может быть, мы начнем да. сначала? Да, нет. С конца. С конца, да. Я и хотела начать с конца, поэтому первый вопросик для вас, мои дорогие. Полиночка, мы с тобой не подглядываем. Ну так, слегка можно, слегка. Да. Слегка можно и подглядеть. Сейчас у нас будет небольшая игра в интуицию. Это не вопрос. Как я уже сказал, шоу «Интуиция» начинается. Это не вопрос. Какое число я загадала? Кто будет Серьезно? Ближе? Получит 1 балл. Хорошо, кто будет от, ближе? От скольки до скольки? От 1 до 200. Это с чем-то связано или это Нет, просто число? Ни с чем, просто число. Кто будет просто ближе? Ну что, написали? Да. Да. Какое число? 48. Я написал 100. Я загадала число 119, поэтому Андрей получает 1 балл. Знаешь, почему я выиграл сейчас? Почему? Потому что число от 1 до 200. В любом случае, середина золотая, это была сотка, поэтому я решил написать. Кстати, да. Если бы ты написала число между, то ты бы в любом случае победила. Ну не факт, если бы ты сказала 10, то она бы победила. Но просто так это мне добавило все равно есть, да. Следующий
следующий вопрос, он уже не будет у нас касаться игры в интуицию. Просто вопрос обо мне. Сколько по времени мне делают маникюр? Среднее число. Тоже вот у кого оно будет ближе, тот и, в принципе, получает балл. Ну что, раз, два, три. 5-6 часов. 5 часов. 4-5 часов. Полина ближе к этому числу была. Она написала просто 5, а если бы ты не написала число 6, то ты бы все-таки тоже... Хорошо, я могу закрыть остальные вопросы, я гляну ответ. Там ответ, я больше чем уверен, что там ответ 4,5. Нет, ответов там нет. Я тогда предлагаю засчитать мне полбалла. Я догадался цифру 5. Думаю, 5 часов. Это будет сложно тогда считать. Да, это будет сложно считать. Так что тебе 1 балл за интуицию, а Полине 1 балл за угаданное число. Кто считает, что это нечестно, пишите сейчас ниже в комментарии. Опять это честно. Сестринская игра. Посмотрите, даже в один голос кричат. Это честно. Давай следующий вопрос. Окей, следующий вопрос. Сколько всего страшных историй у меня на канале? Ты рофлишь? Так и знала, что вы будете злиться на меня за то, что я такой вопрос вам задам. Тоже? Хорошо, как давно ты их снимаешь? Я их снимаю с 2017 года. Вот как только раз приехала в Москву, начала снимать. Ты посчитала? У меня было много раз в неделю честно, страшных историй. Честно, я уверен, что она не посчитала их. Я посчитала, я прям сидела на канале и считала эти страшные опять истории. Опять неправильно, ну пусть будет. Но я написала. Но их много, Полина, имей в виду, что у меня в неделе страшных историй много раз были. Давай, я готов. Ты говоришь сначала ответ, а потом мы показываем свой вариант. Ответ число 78. Поворачиваем. 78. Я 25 написала. 25 у меня только за месяц, мне кажется, страшных историй. Учитывая то, что в году сколько месяцев? 50, 30? Короче, я отталкивался от этого, от неточной информации, написал число 58, учитывая, да, что это 2 года. Потому что 2 года я снимаю давно. 25 видео, ты чё? Блин, у меня столько страшных балл историй. И в копилочку перепадает. Андрею! Спасибо. Ребят, кстати, напоминаю, что вы можете скинуть Карине в директ свои истории. Возможно, именно вы попадете в следующий ролик. Да. И она расскажет именно вашу потому историю. Потому что я каждую историю вашу читаю, и мне очень интересно наблюдать за вашими также ситуациями. Также ты хотела же, да, сказать, что кто не смотрел неделю страшных историй по теме Хэллоуина, вы можете увидеть их сейчас прямо на канале, уже все ролики. Да, там переходите и смотрите, они очень атмосферные и крутые получились. Следующий вопрос. На барабане. Какая моя любимая настольная игра? Очень простой вопрос, очень простой. В смысле? Я обожала в эту игру играть. На даче тебе подсказка. Я неправильно напишу. Ну не суть, главное, чтобы смысл был правильный. У меня готов уже вариант. Я эту игру обожаю просто всегда. Не буду говорить, с чем она связана, потому что это может быть подсказочкой, да, небольшой. Ну я написала, но я с ошибкой написала. Я не знаю. Ничего страшного. Теперь раз, ответ от Карины. Раз, два, три. Игра Монополия. Переворачиваем. Да, Монополия. Да, Монополия? Да. Итак, молодец. Мы получаем по баллу. По одному баллу получает и Полина, и Андрей. 2-3. У Полины 2 балла, у Андрея 3. Следующий вопрос, мои дорогие. Что я готовлю чаще всего? Три варианта ответа. Макароны, бутерброды, пельмени. Она все это часто готовит? Ну вот, что я готовлю чаще всего? То есть это такая еда, которая на рандоме. То есть если бы ты сейчас не сказал вариант ответа, я бы, наверное, назвал чай. Типа, чай? Чай? Чай-то это напиток, а я говорю про еду. Его тоже нужно приготовить. Самое стандартное, что можно быстренько приготовить, очень вкусное, можно этим и позавтракать, и поужинать. Три варианта ответа, все сразу писать нельзя, это будет нищетово. Ну блин. Ну хорошо, пусть будет. Я между двух. Сейчас опять рандом, да. Либо это, вот это. За полбалла. Раз, два, три. Правильный ответ — бутерброды. Блин, да! Я сначала написала бутерброды. Реально? Написала макароны. А сначала я написала бутерброды слэш М, типа М макароны, потому что она тоже их очень часто кушает. Вообще, да, посмотрите, ребят, Полина написала сначала правильный ответ, а потом она, так, фокус или фокус не фокус, был, пофиг, короче, потом она зачеркнула, написала макароны. Ну ладно, так или иначе. Мне кажется, ты чаще макароны готовишь. Думаешь? Да. Но я бутерброды подсказка всегда готовлю. Подсказка была на самом деле сейчас в том, что ты сказала, это можно съесть и на завтрак, и на это. У меня сразу пам бутерброды, и тут же я сразу вспомнил, ребят, что на она ужин... на макароны ест все равно на завтрак. Бутерброды не очень кушайте. Я почему? Про бутерброды ужин, можно всегда жрать. Кушайте бутерброды. Андрей меня просит всегда. Я только вчера ночью мы приехали, я говорю, Галин, хочу есть. Она такая, что делать? Бутерброды. Кстати, именно от этого у меня пришла идея, да, к этому вопросу. Да. Хорошо, поехали. Окей, дальше. Следующий вопрос. Счет становится 4-2. Да. Мой самый любимый чай. Могу написать даже его название. Какой я пью? Андрей, ты мне подсказал только что. Да? То, что название. А каким образом? Сказать. А, название? Да. Это тебе подсказка была? Да. Странная подсказка, я не думал, что ты догадаешься. Хорошо.
Итак, твой ответ. Мой ответ — зеленый чай, либо молочный улун. Зеленый, написала? Написала. Опа! А тут я хочу вас огорчить. Судя по второму вопросу, где Карина. Ой, Карина, извини, Полин. Полина была ближе. А зеленый чай. Но его подразновидность, вид этого зеленого чая — молочный улун. Ну так Полина же тоже догадалась. В плане про ногти я тоже догадался. Я вообще первый раз это слышу. Что это вот это? Это сорт чая. Я Полине тоже балл засчитаю. Так нельзя. Как нельзя? Нельзя было про ногти. Я тоже написал там цифру 5. Про ногти все правильно было. 5-6. 6 часов мы никогда не делали. Хорошо, но типа у меня больше. Хорошо, тогда я заслуживаю 1.5 балла. Нет. Как нет? По логике подумай, то что она угадала про ногти и написала 5 часов. Я написал 5-6. 5 цифра фигурировала. Все, нельзя так. По 1 баллу обоим засчитывается. Я сегодня судья. Это нечестно, пишите ровно в тот же самый комментарий. Нет, это я честно. Я сам оставлю под твоим роликом комментарий и лайкайте его, кто считает, что правила у Карины, ну, мягко говоря, неорганизованные. Все, у меня правильно. Хорошо, посмотрим, сколько лайков будет на комментарии. Ребята, знаете, что делать? А я его удалю. Я его удалю. А я буду писать еще, и вы, ребята, пишите еще. Я буду писать комментарии под этим видео. А Полина будет писать честные правила. Честные правила. Нечестные правила, честные правила. Лайкайте, ребята, что честные. Да, честные правила. Все, все замолчали. Следующий вопрос. Я больше не буду честным. Моя самая любимая фирма косметики. А я ее знаю? Конечно. Да их много, типа можно, если, хорошо, если через, я написал одну, и через слэш я напишу, какую. Нет, нужно одну написать, какой вы смотрели. Ну и за полбалла, если, допустим, или только одну. Только одну. Полбалла, полбалла, 1.5 балла, нет, 1 балл, все. Так, ты, я не понимаю, ты смотрела шоу этого, я бы написал уже, шоу про Шазам, там добавляли по полбалла? Я не смотрела шоу. А, ну вот, я тоже не смотрел, но мы-то в нем участвовали. Вредный чего? Сидит, посмотрите, пирожок вредный. И там чего? Добавляли по 0.5 балла. То, что мы с тобой участвовали. Ну, мало ли где добавляли. Ладно, Карина, да, ролик, Карина правила, поехали. В наших правилах такого нет, окей. В наших, проболталась. А это сговор. Это не сговор. Это сговор. Нет, это не сговор. Ладно, смотрим дальше. Раз, два, три. Мак. Никс. Никс. Никс! Мак? Кто это мне постоянно говорит? Никс. Никс. Я так не говорила. Мы приходим постоянно в салоны косметики, Карина такая... Никс. Никс. Никс я люблю. Ты любишь, но я типа... рисую Никс под водки себе, стрелочки. И все. И палетка теней. Палетка теней у тебя не Никс. Никс. Но Никс я использую чаще. Это у меня Никс. У меня и рассылка с Маком, я не сотрудничаю, потому что у меня... Но ты приходишь в итоге в Мак и покупаешь все в Маке, а не Никс. В Маке когда я в последний раз покупала себе что-то? Тогда, когда не болела. Какой Макдональдс? Понятно. Следующий вопрос. Следующий вопросик, мои дорогие. Какое животное было моей любимой мягкой игрушкой? Это миленькое животное, оно очень крутое. Что за подсказки? Что? Что это? Ты думаешь, я не видел? Ты думаешь, я не видел? Я не подсказывала. А что за кивки там? Я и сказала, что это неправильный ответ. Карин, тебе хочу фломастер на лбу сейчас нарисовать. Все. Все? Да. Шиншилла. Нет. В смысле? Суслик. Какой суслик? Это суслик у меня в детстве с 2 лет. У меня была моя самая любимая мягкая игрушка в виде суслика. Звони матери, мы будем узнавать. Давай. Суслик, блядь. У кого хоть кто-то вообще в жизни раз видел мягкую игрушку суслик? Все, все замолчали. Раз вы не верите? Не верим, абсолютно. Мама, тут возник спор. Помни, назови мою самую любимую мягкую игрушку в детстве, которую я обожала. Как я ее называла? Сука. Не сука. А как? Как она? Суслик же? Она была вообще овечка, но мы решили, что она суслик, и ты ее звала сука. Хорошо, все, договорились, спасибо. Вот такое тяжелое детство у Карины. Не тяжелое у меня детство, я же сказала, что это была овечка, но она была далеко не похожа на овечку. Я ее с самого детства назвала суслик из-за того, что... Потому что у тебя мозг, да, как-то не помню. Отстань! Хватит спорить, все равно ни одного балла никто не получил, поэтому все честно. Да. Во сколько месяцев я пошла? В смысле пошла? Пошла, встала впервые на ноги и начала ходить. А, я куда? Подсказка, во сколько месяцев? Давай. Можно писать там 7.5, 5.5, можно считать с половиной. Хорошо. Недели. То есть баллы мы не считаем половину, я написал, готовы? Нет, подождите, нет, я не готова.
Просто, чтобы не соврать, я, по-моему, пошел вообще то ли в 3, то ли в 4 месяца. 3 в 4? Да, типа очень рано. Ладно, 1, 2, 3, я пошла в 9,5 месяца. Что? Показываем! 7, это была цифра, 7. А вот у тебя? На этой 7 у меня дернулась рука. А тут что было написано? 4. Все, я первый вариант принимается. Первый. Какой вариант? Первый? Хорошо, я первый вариант. Первый вариант принимается. Вот, первый вариант. У меня здесь 4. Ага. Вы офигели? Ага. Вы что, меня сговор устроили? Вводите в заблуждение. Вы сговор устроили? Ты на 3 досчитала? Вы меня вводите в заблуждение. Я поддерживаю комментарий. Нечестные правила или как? Я пошла в 9,5 месяцев. Вот цифра 7. Вот она была 7. И тут должна была быть черточка. Вот. Я дернул руку, я черканул ее здесь. Хорошо, Андрею начисляется 1 балл. Выгрыз просто зубами. Отстань, все. Ну я так буду сейчас скрепки нацеплять. Ну да. Будешь скрепки нацеплять. Предпоследний вопрос. Сколько по времени я монтирую страшные истории? Вопросов 12? Вопросов у меня 10, по-моему. Ну вообще сейчас счет 6-4, учитывая. Так, какой вопрос был еще раз, повтори-ка, я тут сбился. Сколько по времени я монтирую страшные истории? Пишите, пишите. 1, 2, 3. Правильный ответ. Поворачиваем. 1,5 часа. Час или меньше, Карина мешает мне спать. 2 часа. Блин. Ну давай с правилами своими, золотыми. Ну вы офигевшие, все, вы на меня давите. Получаем по полбалла, счет становится 6,5. Идите вы знаете куда со своими нельзя половинки. 6,5. Хорошо, кто сейчас получает балл? По полбалла, давайте все получат. Ну ладно. По полбалла. Ну ладно. Хорошо, пусть мы получаем по баллу. Будет 7. Да, 5. По баллу по одному. Последний вопрос. Какая моя самая любимая пара обуви, которая. Последний вопрос. Какая моя самая любимая пара обуви, которую я ношу чаще всего? Я хочу сейчас сделать предложение и предложить. Сейчас счет идет 7-5. Давай последний вопрос будет на 2 балла. Чтобы, если что, Полина могла либо меня догнать, либо я точно выиграю. Давай. Да. Значит, только мне надо будет дать время подумать над этим вопросом. А если я не знаю их название? Ну, сори. Нарисуй. Да. Клево, да? Ну, что это? Ну, как они выглядят? Принеси их. Что за волосы ты рисовала? Принеси их. Принеси обувь, которую я ношу чаще всего. А я уверен, что она говорит про ответ. Знаешь, пиши прямо сейчас ответ вниз. Все, хорошо. Это все было уже подстроено. Ответ нужно писать изначально. Не удивлюсь вообще дико, если я сейчас не угадаю, потому что я знаю, что я прав, и сейчас будет просто подыгрыш. Ответы нужно писать изначально, чтобы я не было. Я написала ответ, не трогаю телефон. Все. Вот. Да! Ты написал? Да! Все, вот, я написала ниже. Луи Виттоны. Молодец. Полина притащила обувь, которую я ношу чаще всего. Это мои Луи Виттоны. Каждый получает по баллу. Итак, внезапное включение из-за того, что у меня выключилась камера. Победитель у нас Андрей. Счет 9-7 в его пользу. Учитывая нечестные правила. Честные правила были. Я все равно сумела выиграть победу. Андрей получает вот такого вот зайчика. А Полина должна прикрепить себе на лицо с помощью таймера на 1 минуту 3 прищепки. Также, чтобы Полине не было обидно, мы с Андреем тоже на лицо прихерачим себе по 1 прищепочке. Держи, на счет 3 мы это сделаем. Нет, таймер, ты засек... включаешь? Да. Блин, мне страшно. Да не будет тебе страшно, прикольно будет. Посильнее кожа. Давайте, ну. Подождите, у меня сломалась прищепка. 1, 2, 3. Ай, мне слезы. Ай! Разлетела, как ты ее? 5, 7. Ай! Ай, господи! Ай! Она не держится! О! Так вам мои модные сережки. А, я не могу 3. Ладно, давай две. На сережки крепи, где сережки? Точно, где на сережки? Намочку ухо. Скорее, Полин, 24, 25, 26. Больно? Да. Намочки не больно. Так, больно. Все. 32, 33. Господи, я думала, что это не так. У меня слезы сейчас потекут. Ты на ухо прифигашил? Да. Я на щелку. А у меня не прикрепилось на щелку. А тебе как? Мне очень комфортно. Полине комфортно. 43, 44, 15 секунд осталось. Давайте потерпим. Боже мой, чем мы занимаемся? Обратный отсчет, давайте. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Все! Полина, молодец, ты выполнила свое задание. Я ты потерпела.
Да, естественно, у тебя есть следы, у меня тоже они есть, дай-ка я посмотрю. Я не буду, надеюсь, пока. Да, есть. Прицеплю тебе прищепку на жопу. Пока Карина вставала, получила прищепку на заднее место. Надеемся, что вам понравилось это видео. Андрей у нас получил зайчика, да? Да. Но Полина, конечно, эмоции не очень хорошие из-за того, что прикрепила себе прищепки на лицо. Но ладно, ничего страшного. Сейчас за кадром я Полине тоже подарю какой-нибудь приятный подарочек. Или еще один бокс приз подготовлю. Хочешь? Все. Если вы хотите, ребята, увидеть на канале, обязательно собирайте лайки, которые Карина попросила вас в начале. 70 тысяч лайков, и вы увидите бокс от Карины Полине. Если хотите, мы можем даже вместе его собрать. Буду помогать собирать машинки. Да. И да. Пистолеты. Ну что ж, мы с вами прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, на мой и на Андрюшин. И на мой. На ее не подписывайтесь. Вы офигели. На тебя уже все подписаны, уже всех собрала. Всем очень, ребята, любим. Все, борода. Всех очень любим, ребята. Всем большое спасибо. Всем пока. Пока. Лайки, подписка, колокольчик, дзынь-дзынь.